Мы зачем-то сбежали от теплых квартир, ни газет, ни кино, и про женщин молчок. Только провод антенны, наш маленький мир, две брошюры против, и журнал огонек. А наш бравый радист, ох, как зол на весь мир, видно, мало зарплаты, Москва ему шлет. Он выходит на связь, а короче в эфир, и трагическим голосом что это орет. А вчера наш родитель, ну, совсем обалдел, и начальника группы он пальцем манит. Вертолет говорит, а совсем улетел. И погода сплошное дерьмо, говорит. А у нас ни жратвы, и ни курева нет, и собак ни одной, всех поели давно. Только ящик свечей и десяток ракет. Это даже не цирк, а скорее кино. Но мы не будем, конечно, друг друга съедать. А ведь где-то друг друга едят, говорят. Нас забыли, видать, всем на нас наплевать. И не пришлет нам никто хоть немного пожрать. Тихо-тихо помрем по палаткам своим, в теплых спальных мешках, на верблюжьей шерсти. Ты меня на заре, не буди, не буди. Нас никто в этом мире не может спасти. Мы засыпаны снегом, вдали от Москвы. Мы с массива Джилган шлем партийный привет. На сегодня у нас не осталось жратвы, только ящик свечей и десяток ракет. Вот такая.